мы находимся на самом юге острова Самуи и готовимся к рыбалке. Вот отсюда мы поплывем сейчас. Вот сейчас мы отплываем от острова. Пока что на ручной тяге. Один таец тянет канат. Вокруг нас еще обмелевшие рифы. Сейчас мы плывем по этому каналу. Ну, тут бензин, какие-то снасти рыболовные. Так. Сейчас будем. Из бухты в открытое море. Мы сейчас находимся на небольшом острове Маруда, как мне сказал наш капитан. Тут мы будем сейчас обедать после пока не сильно удачной рыбалки. Собственно, вот наша лодка, капитан там обедает сейчас. Посмотрим, что будет дальше.